Жизнь во Христе имеем, Он царь царей, и Он живет во мне. Слава Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
cierpią. Ну что, друзья, в радости хорошо шествовать под, вместе со Христом. In Freude ist es so schön zu wandeln mit dem Herrn. Триумфальное шествие Евангелия по странам. So ein triumphales gehen Evangelium über die Länder. У нас Господь имеет юмор. Unser Herr hat einen Humor. Если кто не знает. Wenn das keiner weiß. А мне все время пришлось сдавать экзамен один. Ich musste einmal eine Prüfung abgeben. При поступлении я сдавала историю. Als ich mich einschreiben wollte, musste ich Geschichte ablegen. И мне там попался один вопрос такой. Und ich hatte da so eine Frage. Я напомню, что я сдавала в советское время. Ich möchte das erinnern, das war die sowjetische Zeit. И там были очень разные вопросы, были очень сложные вопросы. Es waren schwierige und verschiedene Fragen. Но самые простые были, когда эти вопросы касались атласа, потому что все атласы лежали. Und die einfachsten waren, weil was den Atlas betraf, weil die Atlasse lagen da. И мне попался один из вопросов: триумфальное шествие советской власти по стране. Und da hatte ich dieses triumphale Wandeln über das Land der sowjetischen Macht. Я так взяла этот атлас, там все отмечено, все даты, все города, всю последовательность. Und in Atlas ist alles abgesteckt und alles schon festgelegt. В общем, я сдала историю на пятерку. Ich habe das mit einer 1 bestanden, die Geschichte. Но это предыстория. Aber es ist die Vorgeschichte. И однажды мне Господь на ночной молитве говорит. Und einmal sagt Gott in diesem Nachtgebet. Помнишь, что ты сдавала на истории? Weißt du noch, was du in Geschichte abgelegt hast? Так вот, я тебе показал триумфальное шествие Евангелия по стране. Ich habe dir gesagt, dieses triumphale Wandeln des Evangeliums über den Land. Поэтому я принимаю это по странам теперь, друзья. Ich empfange das über die Länder. Место, куда ступает стопы ног наших, Он дает нам. Da, wo unser Fuß не знаю, как вы, я беру Германию для Христа. Und ich nehme Deutschland für Christus. Потому что Христу нужна каждая земля. Denn Christus braucht jedes Land. Потому что в принципе она Господня. Denn im Prinzip ist das alles. Нам надо просто каждую землю привести в легальное ее положение. Wir müssen jedes Land in seinen legalen Zustand zurückbringen. И поэтому, когда мы соглашаемся с ним, тогда пойдем в триумфальное шествие. Wenn wir da übereinstimmen, dann gehen wir in dieses triumphale Gehen. И как бы ни возмущались люди. Und wie sich die Menschen auch aufregen. Как бы ни визжал сатана. Wie der Teufel auch jault. А мы знаем, что нам принадлежит земля. Wir wissen aber, dass uns das Land gehört. Только теперь надо быть готовыми ее взять. Aber jetzt sollten wir bereit sein, es einzunehmen. И мы сейчас с вами туда делаем следующий шаг. Und wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Я параллельно говорю какие-то характеристики последнего времени, а потом, что нам надо в ответ отдать, как готовность. Und ich werde parallel gewisse Charakteristiken nennen und danach werde ich das sagen, was zur Bereitschaft dazu gehört. И сейчас хочу из Тимофея, послания Тимофея, прочитать два места Писания. Und aus Timotheus, 1. Timotheus, möchte ich zwei Stellen. Первая, это 4. Глава, 1. и 2. Стих. Das erste ist 1. Timotheus 4, 1-2. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Здесь идет речь еще об одном признаке. Люди будут отступать от веры. Hier ist noch ein Kennzeichen, die Menschen werden vom Glauben abfallen. И мы видим, какие были церкви в 90-е годы, по крайней мере, по своей стране. Что сейчас? Und wenn man so betrachtet, in den 90ern, was Gemeinden damals waren und was jetzt, zumindest in meinem Land. К нам приезжают люди из Финляндии, одна сестра сказала такую вещь. Zu uns kommen Menschen und eine Frau aus Finnland sagte so eine Sache. Говорит, у нас еще очередную церковь вынесли на помойку. Wir haben noch eine weitere Gemeinde auf den Müllhaufen gebracht. Я говорю, как это выглядит? Ich habe gesagt, wie sieht das denn aus? В прямом смысле. Im wahrsten Sinne des Wortes. Разобрали и отнесли на помойку. Haben das auseinandergebaut und zur Müllsperre gebracht. Потому что церкви опустили, содержать некому, и надо платить за них и налоги, и содержание церкви. Denn die Gemeinden werden leer, aber sie müssen ja unterhalten werden, bezahlt werden, und das ist zu teuer. И легче разобрать и унести на помойку. Es ist einfacher, sie abzureißen und
zu entsorgen. Es ist auch ein Zeichen der letzten Zeit. А что происходит с людьми? Was passiert mit den Menschen? Внимая, то есть слушая, внимание свое отдали кому? Indem sie zuhören und ihre Aufmerksamkeit geben, wem? Духом обольстителем, irreführenden Geistern и учением бесовским und dämonischen Lehren. Это не учение философии человеческих, es sind keine menschlichen Philosophielehren, а это бесовские учения. Es sind dämonische Lehren. Я не буду сейчас их перечислять, потому что там они дальше в послании Тимофея есть их признаки. Ich werde das nicht aufzählen, weil weiter unten lesen wir diese Merkmale. Ну что на скидку сразу помним, да, запрещающий вступать в брак, aber, есть то, что Бог сотворил. Aber so aus dem Stegreif wissen wir, die verbieten zu heiraten oder gewisse Dinge zu essen. Поэтому это не учение даже времени, это учение бесовские. Es sind keine zeitlichen Lehren, es sind dämonische Lehren. И люди, которые начинают преклонять свое ухо к этим бесовским учениям, даже хотя бы просто полюбопытствовать. Und selbst wenn du aus Neugier dem ein bisschen lauschst, они вообще не понимают, что это духовная зараза, которая захватывает их умы. Sie verstehen überhaupt nicht, dass es eine geistliche Infektion, die ihr Verstand durch Hypnose gefangen nimmt. И поэтому нет опасения у людей лезть в эту ловушку. Deswegen, es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, in diese Falle zu tappen. Но человек, который понимает опасность этого времени, он будет молиться. Aber derjenige, der die Gefahr der Zeit versteht, der wird beten. И будет внимателен к тому, что он слушает или смотрит. Und wird sehr aufmerksam sein zu dem, was hört und sieht. Сегодня так много зараженной литературы, даже на уровне детской. Es gibt sogar heute Kinderliteratur, die verpestet oder ja, infiziert ist. Даже элементарно мы можем назвать, ну, хотя это не так элементарно, как кажется, Гарри Поттер. Selbst zum Beispiel Harry Potter. Я помню, как она только появилась, эта книга. Ich weiß noch, als das Buch erst rauskam. Звонит одна женщина на прямой эфир и говорит. Ruft eine Frau zu uns. Я не знаю, что случилось с моей девочкой. Livestream und sagt, ich weiß nicht, was mit meiner Tochter passiert. Ich weiß nicht, was mit meiner Tochter passiert. Zweite oder dritte Klasse. Она очень хорошо училась. Sie lernte sehr gut in der Schule. Закончились каникулы зимние, она пришла в школу и вообще не хочет учиться. Dann kam sie nach den Ferien zur Schule und sie möchte nicht mehr lernen. Пока она задает вопрос, а коли это прямой эфир, то у меня секунды, да, чтобы спросить Господь, в чем причина. Da ist eine Live-Übertragung, das habe ich nur Sekunden, um zu verstehen und zu fragen, was ist der Grund. Я внутри себя спрашиваю и слышу тут же ответ. Ich frage innerlich und höre sofort die Antwort Harry Potter. Я говорю, скажите, она не читала эту книгу? Und ich sage, hat sie das Buch gelesen? Она как раз за каникулы прочитала. Und sie sagt, in den Ferien hat sie das durchgelesen. Вот что такое влияние на сознание просто литературы. Hier ist der Einfluss auf das, auf die, auf den Verstand durch Literatur. Потому что это не просто литература, она зараженная от начала. Es ist nicht nur Literatur, sondern sie ist verseucht von Anfang an. Не проверить этот факт, но я слышал о том, что автор этой книги заключил завет с сатаной. Ich kann diese Info nicht prüfen, aber ich habe gehört, dass die Autorin. Она напишет то, что ей скажет, соответственно, этот дух, и получит известность и гонорары. Sie hat mit dem Satan einen Pakt geschlossen und sie wird dann Berühmtheit und Honorare bekommen. И сегодня мы видим молодежь в депрессии. Und wir sehen heute die Jugend in Depression. Либо начинают практиковать какие-то колдовские рецепты, которые там предложены. Oder fangen an, diese okkulten Rezepte umzusetzen, die dort auch beschrieben werden. На этой же волне на старте, когда эта книга появилась, одна у нас бабушка в церкви, ну бабушка для своей внучки. Und auch eine Oma in unserer Gemeinde, auch als das Buch rauskam. Внучка ее пошла в первый класс. Das Enkelkind kam in die erste Klasse. Я была так удивлена. Ich war überrascht, что одноклассники, если с кем-то поссорились, они делали на смерть по этим рецептам. Dass die Mitschüler, wenn die gestritten haben, как на смерть? На смерть, чтобы умерть у ребенка. Колдовали, sie haben okkulte Sprüche gemacht, damit das Kind stirbt. И все, что они там прочитывали, они практиковали. Alles, was sie da gelesen haben, haben sie umgesetzt. Erste Klasse. То какие последствия после этого могут быть с самими детьми и с теми, на кого они это делают? Was können denn für Folgen sein mit den Kindern und mit denen, auf die sie diese Flüche aussprechen? Поэтому это не все, так знаете, радужно, когда нам кажется, ну книжечка новая появилась, фильм новый вышел. Es ist nicht dieses Regenbogen, wo wir denken, ja, ein neues Buch, ein neuer Film ist raus. Признак последнего времени, учение бесовский и обольстительный дух выпущен на эту землю. Ein Zeichen der Zeit, dass diese dämonischen Lehren und verführerischer Geist ist losgelöst auf diese Erde. И поэтому нам надо иметь фильтры в своих домах. Wir müssen in unseren Häusern Filter haben. Фильтры для своих глаз и ушей. Für die Augen und unsere Ohren. Что мы будем есть, что не будем есть. Augen und Ohren.
уже, слава Богу, появляется у людей привычка смотреть состав того, что покупают. Die haben schon eine Gewohnheit zu schauen, was die Inhaltsstoffe sind, wenn sie etwas kaufen. Но надо еще привычку, потому что мы смотрим и слушаем. Aber wir brauchen auch eine Gewohnheit, was wir sehen und hören. И если мы понимаем, что это представители сатанизма, мы туда не идем. Wenn wir verstehen, das sind Vertreter Satans, dann gehen wir da nicht hin. Obwohl das Все начинают говорить, хороший фильм. Ein schöner Umschlag, vielleicht sagen, es ist ein toller Film. И поэтому в данном случае Господь говорит, я вас предупреждаю, а дальше вы делаете свой вывод и выбор. Und Gott sagt, ich warne euch, aber ihr trifft die Wahl. Еще одно место, 2 Тимофея, 3 глава. Noch eine Stelle. Zweiter Timotheus. И вот теперь характеристика людей, в котором, время, в котором мы живем, я думаю, тоже весьма очевидна. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Как вам этот букет? 2. Timotheus 3, 1-5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sich lieben, das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie das äußere Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und solche, von solchen wende dich ab. Пятый прочитал, да? Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Genau, der fünfte Vers. Sie haben äußeren Schein der Gottesfurcht, deren Kraft verleugnen sie, von solchen wende dich ab. Имеющий вид благочестия. Sie haben diesen Schein von Gottesfurcht. Значит, внутреннее состояние не соответствует внешнему. Also das Innere entspricht nicht dem Äußeren. Если мы какие-то узнаем вещи из, ну не скажу новостей, да, хотя иногда из новостей. Wenn wir gewisse Dinge aus den Nachrichten oder Nicht-Nachrichten erfahren. Когда нам до нас доходит информация реальная, что происходит в этом мире с разными категориями людей. Wenn wir diese Informationen bekommen, was in unserer Welt passiert, von Люди, которые занимают посты. Menschen, die Positionen haben. Люди, которые артисты, известные в этом мире. Oder irgendwelche Berühmtheiten in dieser Welt. И нам начинает приоткрываться их внутренняя жизнь. Und da kommt ihr inneres Leben oder inneres zutage. Я думаю, что от некоторой информации может хорошо вытошнить. Und von mancher Information kann echt übel werden. Потому что даже прикосновение полуглазом, да, или полузрением уже неприятно. Denn schon ein halber Blick reicht und es ist schon unangenehm. Потому что внешне вроде бы все нормально, а внутри это хищение, как вот Иисус сказал, как гробы окрашены. Das ist äußerlich vielleicht gut, aber wie Jesus sagt, geschmückte Gräber von außen. И поэтому я хочу сейчас поговорить о состоянии сердец людей и как мы можем туда с вами прийти в ту позицию, которая будет резко отличаться от этого мира. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, über den Zustand der Menschen und wie das sich unterscheidet von der Welt. И даже более того, это, знаете, как называют белая ворона. Und man sagt ja, so ein weißer Rabe. Но это то, чего нельзя сейчас потерять. Aber das ist das, was man jetzt nicht verlieren darf. Потому что все захотят тебя сделать такой же черный, как остальные. Weil die werden dich genauso schwarz machen wollen wie alle anderen. Но тебе надо остаться белым орлом. Aber du musst белый, ну лучше не вороной, конечно, орлом. Aber lieber nicht Rabe, sondern Adler sein in weiß. Я сейчас сначала расскажу историю или предысторию. Вчера я упомянула «Титаник. Знамение времени». Und ich möchte das wieder erinnern über Titanic. Но тоже я его не раскрыла. Aber ich habe das auch nicht eröffnet. Что послужило причиной трагедии? Was war denn die Ursache für diese Tragödie? И в каком году это произошло? Und in welchem Jahr? April 1912. И все называли, что не потопляем Титаник. Und alle haben gesagt, er ist nicht zu versenken, unsinkbar. И на этот корабль были собраны самые богатые люди.
Und auf diesem Schiff waren die reichsten Menschen versammelt. Они хотели престиж этот еще новый для себя поиметь. Sie wollten von diesem Prestige noch ein bisschen. Но как ни странно, люди, которые его конструировали. Aber die das Schiff konstruiert haben. Должны были тоже на нем плыть. Sollten auch da drauf sein. Но в последний момент не поплыли. Aber im letzten Moment sind nicht mitgekommen. И плюс к тому еще сказали некоторым, чтобы они тоже сошли с корабля. Und haben auch einigen gesagt, die sollen auch vom Schiff runtergehen. Ну, об этом мало говорят, но это тоже один из фактов. Darüber wird zwar wenig gesprochen, aber es ist Fakt. До этого там был определенный пожар на это пристроение, но надо было уже опускать этот корабль быстрее плавания, они сроки должны были соблюсти. Es gab Fristen, aber davor gab es einen Brand beim Bau des Schiffes. И поэтому очень быстро залатали эту пробоину, или которая сгорела, часть. Und dieses, was verbrannt war, diese Stelle wurde ganz schnell geflickt. И внешне все было нормально. Und äußerlich schien es gut. Но крепость этой стороны была очень, соответственно, слабая. Aber diese Seite hatte keine Stabilität mehr. Капитан этого корабля никогда не был в никаких экстренных ситуациях. Der Kapitän war bisher noch nie in irgendwelchen Extremsituationen. У него была безупречная биография, и в том числе он не был ни в каких штормах, ни в каких трагедиях. Er hatte zwar eine makellose Biografie, aber er war dennoch niemals in Stürmen oder Значит, Katastrophen. Опыта экстремальных ситуаций у него не было вообще. Er hatte also keine Erfahrung in Extremsituationen. А гордость и престиж ему навязали. Aber Prestige und Stolz wurde ihm aufgezwungen. Тебя удостоили быть капитаном такого судна. Du bist jetzt der Kapitän von diesem Schiff. К чему я сейчас даю вот эти некоторые характеристики? Wozu gebe ich das jetzt alles? Потому что трагедия этого корабля была в нескольких пунктах. Denn die Tragödie war in mehreren Punkten. Один это лицемерие, то есть мы все припрячем. Das eine war Heuchelei, weil die haben einiges versteckt. Во-вторых, это самоуверенность и гордость, которую мы еще и приподнимем. Dann, das andere war Selbstsicherheit und Stolz. И, соответственно, в этой гордости нет способности слышать опасность. Und in diesem Stolz ist keine Fähigkeit, Gefahr wahrzunehmen. Тем более, когда нет опыта. Umso mehr, wenn du keine Erfahrung hast. И первый сигнал с Титаника поступил, когда они, естественно, уже наткнулись на айсберг. Und das erste Signal kam, wenn die, als sie auf dem Eisberg schon... Капитана предупреждали, что мы сейчас сходим в зону айсбергов. Und der Kapitän wurde gewarnt, wir kommen jetzt in die Zone, wo Eisberge sind. Он сказал, что корабль не потопляем, мы идем и не сбавляем темп. Er sagte, der Schiff ist unsinkbar und wir bleiben, wir halten das Tempo. Два корабля, которые увидели этот сигнал с Титаника, были Карпатия и Калифорниец. Und zwei Schiffe, die dieses Signal gehört haben, waren Carpathia und California. Там тоже два капитана. Da waren auch zwei Kapitäne. На Калифорнийце был капитан очень осторожный. Auf diesem California-Schiff war ein sehr vorsichtiger Kapitän. И не рисковый. Und er mochte keine Risiko. И когда ему сказали, что сигнал от Титаника поступает, SOS. Und als dieses SOS-Signal kam vom Titanic, он сказал, не может быть. Hat er gesagt, kann gar nicht sein. Титаник не потопляем, это сигнал для нас, чтобы мы остановились и дождались утра. Das war für uns das Signal, weil Titanic ja nicht sinkt. Das ist für uns, damit wir anhalten. Поэтому они спокойно ушли спать. Dann sind sie einfach schlafen gegangen. Остановив корабль. Sind in das Schiff gekommen. Haben das Schiff aufgehalten. На Карпатии тоже пришел этот сигнал. Карпатия hat es auch diesen Signal Что bekommen. Что делает этот капитан? Was tut dieser Kapitän? Он начинает давать распоряжение на каждой палубе приготовить места для спасаемых. Er gibt die Anweisungen, auf jeder Etage Schlafplätze vorzubereiten. Это было обычное туристическое судно, и там люди стали свои каюты отдавать. Das war ein ganz normaler Touristenschiff und die Menschen gaben einfach ihre Zimmer ab. Он уточнил, сколько на корабле плывет врачей. Er ging sicher und stellte fest, wie viele Ärzte anwesend waren. Кто может waren, готовить пищу? Wer kochen konnte? Кто может помогать доставать раненых? Wer kann Verwundete aufheben? И каждого расставил на свою позицию. Und hat alle positioniert. Сам встал вместе с вперед смотрящим штурманом. Und hat sich zum Sturmmann hingestellt. И прежде чем встать на это место, он помолился, чтобы Бог помог пройти айсберги. Und bevor er dahin kam, hat er gebetet, damit Gott hilft, durch diese Eisberge durchzukommen. И он только прибавил скорости, и они пошли.
Und er hat ein bisschen das Tempo erhöht und dann sind sie. Это единственный корабль, который успел еще кого-то спасти. Das ist das einzige Schiff, was noch Menschen retten konnte. И когда взошло солнце, они увидели, какое море айсбергов они прошли. Und als die Sonne aufging, haben sie erst festgestellt, was für ein Berg an Eisbergen sie eigentlich passiert haben. Это было огромное чудо, что они сами не наткнулись на айсберг. Es war ein großes Wunder, dass sie selber kein Eisberg gestreift sind. И поэтому то, что мы можем сказать, стало причиной кораблекрушения. Und wo wir sagen, es könnte der Grund sein für diesen Schiffsbruch. Кризис управления. Es war die Krise in der Leitung oder in der Führung. Кризис тех, которые должны заботиться о людях. Krise bei denen, die eigentlich für die Menschen sorgen sollten. С одной стороны, это кризис надменья и гордости. Es ist einerseits die Krise der Überheblichkeit und Stolz, которая сформировала общество. Die die Gesellschaft geformt hat. Сначала повлияли на мышление людей, что это непотопляемо, ничего не может случиться. Erstmal war die Einwirkung auf den Verstand. Посеяли беспечность. Und Leichtsinnigkeit gesät. И попали в трагедию. Und kamen in diese Tragödie. Другая крайняя осторожность. Die andere Seite, die extreme, war diese Vorsichtigkeit. Себя-то я спасу, с остальными не обязательно. Mich kann ich retten, die anderen sind nicht so wichtig. Там тоже вера в ложь, что с Титаник не потопляем. Da ist auch die Lüge, dass die Titanic. И это дало беспечную позицию уже другому капитану. Und das brachte dem anderen Kapitän auch diese leichtsinnige Position. Но тот капитан, который знал Бога и имел различные ситуации в своей биографии. Aber der Kapitän, der Gott kannte und in seiner Biografie diese Situation поверил, hatte, Титаник не потопляем. Hatte nicht geglaubt, dass Titanic nie sinkt. А он поверил сигналу с Титаника. Der hat diesem Signal geglaubt vom Titanic. Что им нужна помощь. Dass sie Hilfe brauchen. И также понял, что без Бога не получится. Und hat genau auch verstanden, dass ohne Gott wird das nicht funktionieren. И поэтому отправился туда. Und deshalb ging er dorthin. И на этом корабле, как вы знаете, были еще и христиане. Und auf diesem Schiff waren auch Christen. Там плыл один миссионер. Dort war ein Missionar. С маленькой дочкой. Mit der kleinen Tochter. И когда он услышал удар корабля, und als er diesen Schlag im Schiff gehört hat, то он понял, что что-то произошло. Hat er verstanden, dass etwas geschah. Он накрыл свою дочь. Er hat seine Tochter zugedeckt. Своей одеждой передал ее в шлюпку. Mit seiner Kleidung und hat sie in dieses Rettungsboot abgegeben. А сам остался без одежды. Und blieb ohne Zusatzkleidung auf dem Schiff. И мужчин не сажали в шлюпки. Und in die Boote kamen ja keine Männer rein. И даже тогда, когда он, может, это был не он, но похожая ситуация, оказался кто-то в шлюпке из христиан. Und als jemand von den Christen im Boot war, то цеплялись те, которые уже утопали за край шлюпки, и можно было всех потопить. Und die hängten sich an die Boote und man konnte eigentlich das Schiff mit allen versenken. Вот этот христианин, он сказал, у меня с Богом все в порядке, занимай мое место. Und dieser Christ sagte, ich mit Gott, mit mir ist alles okay, du kannst meinen Platz haben. Und er hat den Platz freigegeben. Из-за паники, которая была на корабле, многие шлюпки не были использованы. Und auch aus der wegen der Panik wurden viele Rettungsboote gar nicht eingesetzt. Либо уходили незаполненные. Oder gar nicht voll gemacht. Это тот хаос, который предшествовал событиям Первой мировой войны. Und das ist dieses Chaos, was dem Ersten Weltkrieg voranging. И Господь показал на этом примере, что будет со всем миром. Und Gott zeigte anhand des Beispiels, was mit der ganzen Welt geschehen wird. И на сегодняшний день этот урок продолжает говорить к нам. Und das, dieses, diese Lektion spricht bis heute zu uns. Если мы не изменим отношение к обществу, wenn wir die Einstellung zur Gesellschaft nicht verändern, общество пойдет на дно. Geht die Gesellschaft zugrunde. Если мы оказываемся вместе с этим обществом где-то на каком-то корабле, wenn wir mit dieser Gesellschaft auf irgendeinem Schiff sind, то тоже выбираем, что делать. Da wählen wir auch, was wir tun. И как многие христиане тогда собрались на верхнюю палубу, они уже не садились в шлюпки. Viele Christen, die gingen nicht mehr in die Rettungsboote, sie gingen an die oberste Etage. И они там стояли и пели все одну песню. Und die haben alle ein bestimmtes Lied gesungen. Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Кто-то, может, даже не знает эту песню, но мы раньше ее пели. Поэтому идет речь о том, друзья, что мы сегодня на таком же корабле на этой земле. Und es geht darum, wir sind heute auf dem gleichen Schiff auf dieser Erde. Его залатали. Der wurde geflickt. И отправили в большое плавание. Und er wurde in diese große Kreuzfahrt geschickt. Но этот корабль на большое плавание уже не способен. Aber für eine lange Strecke ist dieses Schiff gar nicht mehr fähig. И поэтому общество, в котором мы живем, обречено.
Und deswegen ist diese Gesellschaft heute verurteilt. А теперь выбор за нами, что мы будем делать? Und die Wahl liegt jetzt an uns, was tun wir? Вы знаете, что во время удара много находилось людей на танцевальной площадке. Während dieses Schlags waren viele auf der Tanzfläche. В ресторанах. In Restaurants. И когда удар произошел, und als der Schlag kam, им не сказали о серьезности. Die wurden gar nicht von der Tragweite informiert. И они продолжали танцевать. Die haben einfach weiter getanzt. Называется пир во время чумы. Das heißt, Festmahl während der Pest. И на сегодняшний день что-то похожее происходит во всем мире. Und heutzutage findet ja sowas in der Art auch in der Welt statt. Где-то происходят конфликты, где-то происходит наоборот расслабление. Irgendwo sind Konflikte, кто-то aber наживается, кто-то страдает. Sind, Anspannungen. И все в одно время. Und alles gleichzeitig. А людей главное стравить друг с другом. Aber die Menschen, Hauptsache, чтобы обвиняли, hetzen, чтобы мстили, чтобы ненавидели. Damit sie hassen, verurteilen, beschuldigen. И вот вопрос. Und die Frage. А у тебя какое гражданство? Was hast du für eine Bürgerschaft? Если небесное, то тогда это нас не касается. Wenn die himmlische, dann, в плане uns отношений. In Bezug auf Beziehungen. Тогда у нас есть ответственность небес за эту землю. Dann haben wir diese himmlische Verantwortung für diese Erde. И что мы будем в это время делать? Und was werden wir in dieser Zeit tun? Потому что все обстоятельства, которые уже нам дышат в лицо или что-то в спину. All diese Umstände, die uns schon ins Angesicht sehen oder in den Rücken. Это нас проверяет. Das prüft uns. И это обязательно нас проверит до конца. Und es wird uns sicherlich bis zum Ende prüfen. А люди, которые живут уже в наше время, я характеристику сейчас только прочитала. Und die Menschen, die in unserer Zeit leben, das habe ich gerade gelesen. Рассчитывать на тех, которые нагло горды. Auf diese sich verlassen, die unverschämt, stolz, arrogant sind. Ну, смысла никакого нет в этом. Aber sie, es gibt keinen Sinn darin. Повлиять на это мышление можно только властью небес. Auf dieses Denken kann man nur mit dieser himmlischen Autorität einwirken. И поэтому сегодня мы и молимся о чудесном, удивительном периоде, когда пробуждение может произойти на уровне стран или городов. Und wir beten heute für diese wunderbare Errettung, wo die Errettung auf der Ebene der Länder und Städte stattfindet. Чем дальше мы движемся в действительности и в реальности, тем меньше у человека возможности поверить в это. Je mehr wir uns in dieser Realität uns fortbewegen, desto weniger hat der Mensch daran zu glauben. Поверить в то, что возможно что-то поменять еще. Der Glaube, dass man noch irgendwas ändern kann. На самом деле, in der Tat, чем сложнее вопрос, je schwerer die Frage, тем больше Божьих возможностей может проявиться. Desto mehr kann Gott seine Möglichkeiten zeigen. И здесь вопрос уже нашей веры. Hier ist aber schon die Frage unseres Glaubens. Помните, когда Моисей говорит, они меня мясо просят? Als Mose sagte, die bitten bei mir Fleisch. И когда Господь сказал, что их накормлю? Und als der Herr sagte, ich werde как это может быть, Господь? Fragten sie, wie soll das Но gehen? Это же миллион людей, там не один. Das sind ja Millionen. Где взять мясо? Wo soll man so viel Fleisch что ему отвечает Бог? Was sagt Gott? Есть ли что невозможное для Господа? Gibt es etwas Unmögliches bei Gott? И наш Бог, Он настолько удивительный, Und unser Herr ist, er so unglaublich, что Он творит через, сквозь века, сквозь ситуации, свою волю, и Его ничто не останавливает. Er schafft Generationen hindurch seinen Willen und das hält ihm nichts auf. И сейчас еще мы с вами успеем посмотреть Лука 21 глава. Und wir können noch gleich Lukas 21 schauen. То, что говорил Иисус Христос в своих проповедях о последнем времени. Alles, was Jesus in seinen Predigten über die letzte Zeit sagte. И потом пройдем уже в область земли обетования. Und dann werden wir uns das verheißene Land anschauen. Какое это имеет отношение к нам в последнее время? Was hat das für, mit uns in einen Bezug in letzter Zeit? Кто уже живет в земле обетования, друзья? Wer ist schon im verheißenen Land? Gibt es solche? Как это выглядит? Wie sieht das denn aus? Как выглядит, что вы в земле обетования? Wie sieht das denn aus, dass ihr schon im verheißenen Land seid? Так, Gerechtigkeit, земля обетования это еще и плоды большие. Es sind aber auch Früchte, да? Sehr große Weinreben. Что? Сначала война. Вот. Zuerst Кто Krieg. Войну не ведет, земля обетования пока во сне. Derjenige, der nicht kämpft, das verheißene Land ist erstmal ein Traum. А если мы ведем войну, то мы уже начинаем встречаться с реальными врагами. Wenn wir aber Kriege führen, dann begegnen wir wahren Feinden. А их еще надо прогнать, чтобы потом их землю занять. Aber die müssen erstmal vertrieben werden, um das Land wieder einzunehmen. И вот туда мы с вами тоже сходим. Und da werden wir gleich auch hingehen.
Но сейчас давайте 19 главу, 21 Луки. Лукас 21, 7, Verse 7. 7 стиха. «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед них». Vers 7. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn es geschehen soll? Da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist nahe, lauft ihnen nicht nach. Ich möchte jetzt betonen auf diese Aussage, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Слово «берегитесь», что для нас это значит? Was heißt das, habt Acht? Крайне осторожны. Äußerste Vorsicht. Внимательны. Aufmerksamkeit. Не отвлекитесь. Keine Ablenkung. Например, если поезд идет, да? Wenn ein Zug kommt. Осторожно, или там, берегись, поезд и так далее. Предупреждения очень такие яркие, броские. Da stehen ganz, ganz konkrete Warnschilder. Иисус предупреждает первым признаком. Und Jesus sagt im ersten Заблуждение в последнее время умножится. Die Verführung in der letzten Zeit и мы уже прочитали viel. Из Тимофея послание. Wir haben auch gerade Timotheus gelesen. Духи обольстители, учения бесовские. Verführerische Geister und dämonische Lehren. И здесь та же самая картина. Hier ist das gleiche Bild. Чтобы кто вас не ввел в заблуждение. Damit euch keiner in die Irre führt. Я уже давно в христианском мире нахожусь. Ich bin schon sehr lange in der christlichen Welt. Но такого разнообразия, которое есть сегодня, aber so eine Vielfalt, die es heute gibt, и таких потаенных ходов, которые сегодня происходят, und solche geheimen Gänge, die es heute gibt, я такого не помню. Kann ich mich nicht erinnern. Конечно, мы можем сказать, у нас интернетная площадка позволяет нам сегодня со всем встретиться. Das Internet erlaubt uns heute alles Mögliche zu sehen. Но на самом деле, если посмотреть поглубже, то это все то, что родилось в последнее время. Aber wenn wir so tiefer sehen, das ist alles, was jetzt in der letzten Zeit конечно, geboren есть что-то старое, но есть то, что просто стало расцветать. Es gibt natürlich alte Elemente, aber es ist das, was jetzt so aufblüht. И поэтому, когда мы начинаем что-то слышать, друзья, что может быть самым опасным заблуждением? Und wenn wir etwas hören, was könnte die schlimmste Irrlehre sein? Неполная истина. Die halbe Wahrheit. Когда тебе частично преподносят истину, оборачивают в красивую обертку. Wenn du zum Teil nur die Wahrheit weißt und она начинает тебя очень привлекать. Und schön verpackt wird und es wird dich anlocken. Остальное тебе не хочется слушать. Und das andere wirst du nicht hören wollen. Например, знаете ли вы такое направление сегодня? Zum Beispiel, kennt ihr so eine Richtung? Что вообще-то Библию писали люди, и ей не так надо доверять. Dass eigentlich die Bibel die Menschen geschrieben haben und man soll der nicht so vertrauen. Сразу вопрос, а чему доверять тогда? Dann ist die Frage, was soll man, wem soll man denn vertrauen? Философия? Philosophie? Либо каким-то еще переписанным Библии? Oder irgendwelche Abschriften der Bibel? То есть Библию пытаются нивелировать. Die Bibel wird versucht, im Wert zu mindern. Потому что больше всего, чего боится дьявол, это написанного Богом слова. Der Satan hat am meisten Angst vor dem geschriebenen Wort Gottes. Я за последнее время стала слышать, что многие уходят из церкви именно по этой причине. Библию писали люди, а мы столько лет ей доверяли. Und der Grund, warum viele jetzt Gemeinden verlassen ist, weil genau das der Punkt ist. Die Mensch, die Bibel И вы знаете, я не вижу направления в церквях или редко вижу, когда Библию, авторитет ее поднимают. Und ich sehe wenig, wenn die Autorität der Bibel gehoben wird in Gemeinden. Чтобы в сердцах людей появилось действительно почтение к этому слову. Dass in den Herzen wirklich diese Wertschätzung zum Wort entsteht. Чтобы это слово стало плотью и с нами обитало. Damit das Wort Fleisch wird und unter uns ist. И поэтому даже по себе вы можете посмотреть, температурный режим по отношению к Библии у вас какой? Und ihr könnt auch selber prüfen, was für eine Einstellung zur Bibel habt ihr. Вам хочется с этой книги просыпаться, засыпать? Habt ihr Lust, mit diesem Buch aufzuwachen oder einzuschlafen? Жить и практиковать? Leben und praktizieren? Вот если есть это, то это нельзя терять, надо поддерживать огонь на жертвеннике. Und wenn das da ist, dann soll dieses Feuer auf dem Altar gehalten werden. А если это ушло, то надо как можно быстрее возвращать. Wenn das weg ist, dann sollte man so schnell wie möglich das zurückbringen. Именно потому, что это единственное, что удержит нас на плаву, это знание Божьего слова. Das einzige, was uns halt geben wird, das ist das Kennen des Wortes Gottes. Что на любую подобную подделку. Für jede Kopie. Ты можешь сказать, написано. Kannst du sagen, es steht geschrieben. Меня Иисус предупредил, что заблуждения будут расцветать.
Jesus hat mich gewarnt, dass die Irrlehren aufblühen werden. Написано: берегите, чтобы кто вас не обольстил. Es steht geschrieben: habt acht, dass euch niemand verführt. Это получается одна сторона, когда вообще от Библии отворачивают. Es ist die eine Extreme, wenn man von der Bibel sich komplett abwendet. Другая сторона, когда берут какую-то истину, ее высвечивают, все остальное тоже не так важно. Wenn eine bestimmte Wahrheit genommen wird und das andere ist auch nicht ganz wichtig, ist die andere Seite. То есть нет целостности Евангелия. Die Ganzheit des Evangeliums ist nicht da. Когда люди говорят, зачем вы вообще про ад вспоминаете? Wenn Menschen sagen, wieso denkt ihr überhaupt über die Hölle nach? Это же пугаете людей. Ihr schreckt doch die ganzen Menschen ab. А вы знаете, тот, кто туда попадет, он тебя не поблагодарит, что ты ему о нем не сказал. Derjenige, der dorthin geht, der wird dir nicht danken, dass du geschwiegen hast. Мне же важно было это услышать. Ich musste das doch hören. Я не за то, чтобы мы запугивали людей. Ich bin nicht dafür, die Menschen Angst und Schrecken zu Я за то, чтобы у людей была целостная картина. Ich bin dafür, dass die Menschen ein ganzheitliches Bild haben. И потому Христос нас в эту картину ввел. Deswegen führte uns Christus in dieses Bild. И он сказал, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Er sagte, wähle das Leben, dass du Но я предложил тебе жизнь и смерть. Aber ich habe dir Tod und Leben vorgeschlagen. Выбираешь ты. Wähle du. И он не сказал, если выберешь, не выберешь жизнь, то я все равно тебя туда приведу. Und er sagt nicht, wenn du das Leben nicht wählst, ich führe dich doch trotzdem. Он говорит, нет, я тебе дал выбор, и это мой дар в твою жизнь. Ich habe dir diese Gabe gegeben, du hast diese Wahl. Но выбор мы полноценный можем сделать, когда у нас есть целостная информация. Aber wir können die Wahl nur treffen, wenn wir diese ganze Information haben. И поэтому эту целостную информацию надо до людей доносить. Und diese ganzheitliche Information müssen wir den Menschen bringen. Но так как есть еще один признак, что люди будут себе выбирать учителей. Aber es gibt ein weiteres Kennzeichen, die Menschen werden sich Lehrer suchen. Каких? Welche? Которые будут стить слово. Die den Ohren jucken werden. Тебе хочется услышать, что никто в ад не попадет. Die werden schmeicheln, weil du wirst nicht Titanic in die Hölle не потопляет. Titanic sinkt nicht. Любви Христа на всех хватит. Die Liebe Christi ist für alle Он спасет даже тех, которые всю жизнь воевали против Него. Er wird sogar die retten, die gegen ihn waren. Если ты хоть однажды покаялся, все варианты уже все исключены. Hast du einmal Buße getan, du hast keine anderen Varianten. Но мы вчера читали, не изглажу из книги жизни побеждающего. Wir haben gestern gelesen, die Überwinder werden nicht aus dem Buch des Lebens getötet. Если мы понимаем эту целостность послания, wenn wir diese Ganzheit des Evangeliums сразу verstehen, определяем ложь. Wir können sofort die Lüge enttarnen. Я помню, у нас был один проповедник в городе. Wir haben in der Stadt einen Prediger gehabt, который имел радио на весь город. Это одно было из первых христианских радио. Das war so eins der christlichen Radiosendungen damals in der Stadt. Достаточно такой красноречивый человек, убеждающий. Ein recht rhetorischer und überzeugender Mensch. Но вы знаете, когда планка падает, aber wenn die Messlatte sinkt, если человек уже попал в грех, для него это норма. Wenn der Mensch in der Sünde ist, какое-то время он еще это может скрывать, а потом он начинает это оправдывать. Er kann das vielleicht eine Zeit lang, и более того, начинает это делать публично. Dann irgendwann mal wird das потому что он еще и других туда хочет засосать. Er möchte hier andere mitziehen. И у него был откровенный блуд, и он стал об этих вещах говорить, вообще, что любовь – это любовь, и Бог все оправдывает. Er hatte eine offensichtliche Sünde der Hurerei und er sagte, Liebe ist Но начинал он с того, что спасение нельзя потерять. Aber er fing an, dass man die Errettung nicht verlieren kann. Поэтому, если ты когда-то пришел ко Христу, ты навеки спасен. Das heißt, wenn du einmal zu Jesus bist, bist du für immer gerettet. Но если ты имеешь веру, покажи мне ее из дел твоих. Wenn du aber den Glauben hast, dann zeige И если мы читаем в книге Откровения, кто что наследует, кто озеро Огненное, кто спасение, wenn wir aber in Offenbarung lesen, wer was erbt oder bekommt, das Feuer, den Feuersee zum Beispiel, то там есть такие характеристики. Боязливый, первая характеристика. Die erste Charakteristik ist, die ängstlich sind, ängstlich. А люди живут в христианстве со страхом и думают, ну ничего страшного, это ж не такой-то уж грех. Und viele Christen leben mit der Angst und sagen, das ist ja eigentlich keine Sünde. А еще страх навязывают и навязывают по ситуации. Und Angst wird ja noch mehr aufgezwungen in diesen Situationen. Но не думают о том, что вера и страх противоположные понятия. Aber sie verstehen nicht, dass Angst und Glaube komplett gegensätzliche Sachen sind. А спасаемся мы верой. Wir werden aber durch Glauben Без веры угодить Богу невозможно. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott вера zu стала таять, она без питания осталась. Wenn der Glaube schmilzt, kommt keine Nahrung. На это место заселился страх. Auf diese Stelle kommt die Angst. И теперь уже нет той веры, которой мы спасаемся. Und es gibt nicht mehr den Glauben, worin wir а есть страх перед обстоятельствами. Es ist nur die Angst vor den Umständen. Произошла подмена, а люди даже не заметили. Es kommt eine Kopie und die Menschen haben Но es они остались gemerkt. Сидеть на своих стульях. Sie blieben auf ihren Stühlen. И по привычке ходить туда, куда ходили.
und gehen dorthin nach Gewohnheit, wo sie immer hingehen. Конечно, это неприятно слышать. Natürlich ist es nicht schön zu hören. Меня погладили по головке и говорили: "Слушай, какой ты верный, ты уже 20 лет сидишь на одном стуле." Stell dir mal vor, du bist 20 Jahre auf dem Platz und du wirst immer wieder gelobt dafür. Не пропустил ни одного служения. Hast keinen einzigen Gottesdienst versäumt, ohne einen triftigen Grund. Но разве это критерий? Ist das das Kriterium? А что в твоей жизни произошло за это время, что ты 20 лет отсидел? Was geschah denn in diesen 20 Знаете, Jahren, даже wo такое du gesessen слово, hast? Да, отсидел. Sogar dieses Wort abgesessen. Пришло время выйти из тюрьмы. Es ist Zeit, das Gefängnis zu verlassen. Попасть под амнистию, да. Begnadigung zu bekommen. Я думаю, что пришло это время, действительно. Ich denke, die Zeit ist tatsächlich angekommen. И слово Христа «берегитесь» надо услышать сейчас. Und dieses Wort «habt acht» sollten wir jetzt hören. Чтобы кто вас не обольстил. Damit uns niemand verführt. Не ввел в заблуждение. Nicht in die Irre führt. И поэтому, когда мы начинаем слушать что-то, и у нас не стыкуется, wenn wir etwas anfangen zu hören und es passt поверьте nicht, своему сердцу, не стыкуется. Dann glaubt eurem Herzen, es passt nicht. Как бы это сладко ни звучало. Wie süß es auch klingen mag. Вы знаете, что сегодня очень много ванильного Евангелия. Es gibt heute so ein Vanille-Evangelium. Когда предлагают то, что ты хочешь слушать, а люди это заглатывают. Wenn angeboten wird, was du hören willst, und die Leute schlucken das. Есть и другая крайность, когда все в страхе, все только человека запугивают. Пойдешь шаг туда, погиб. Es gibt die andere Extreme, dass man mit Angst einschüchtert, wenn du dahin gehst, dann stirbst du. Это тоже не целостное Евангелие. Мы к свободе призваны. Es ist kein volles Evangelium, wir sind zur Freiheit berufen. Но свободу свою мы можем правильно реализовать при полной картине того, как мы делаем выбор. Aber diese volle Freiheit können wir nur realisieren, wenn wir die Wahl treffen. И вы знаете, когда человек имеет внутри себя стержень, und wenn der Mensch diesen inneren Kern hat, не в смысле просто характера стержень, nicht unbedingt nur charakteristisch, а стержень Божьего обоснования, почему ты так мыслишь, sondern diesen göttlichen Kern als Fundament, warum denkst du so, то тогда любые обольщающие вот эти вещи, их легко обнаружить. Dann all diese irreführenden Dinge, die kann man so leicht enttarnen. И в этом смысле дьявол точно знает, кто хорошо знает Писание. Und in diesem Fall weiß der Feind ganz genau, не wer die Schrift буквы, gut kennt. Nicht einfach den Buchstaben, der tötet. Как мне постоянно пишут люди, так скажем, бдительные. ständig schreiben mir solche gelehrten Menschen. Жене учить не позволяем. Die Frau darf nicht lehren. Как же вы переступили эту черту? Wie können Sie diese Schwelle überschreiten? А, еще и это, ну это уже так скажем. Ohne Tuch. Да, там многие параметры пишут. Ja, da gibt's ganz viele Kriterien, die da stehen. Но если посмотреть поглубже, wenn man aber tiefer guckt, я иногда задаю вопрос таким людям. Manchmal stelle ich solchen Menschen eine Frage. Чаще я это опускаю вообще никак. Oft gehe ich einfach da vorbei. Но если вот такая личная встреча, человек действительно заинтересован, я вижу, что у него хочется получить ответ. Wenn es aber so eine persönliche Begegnung ist und der Mensch wirklich eine Antwort möchte, я ему говорю: скажите, пожалуйста, в Новом Завете осталось обрезание? Ich sag immer, sagen Sie, im Neuen Testament gibt es noch die Beschneidung? Говорит, нет, только ветхом. Nee, nur im Alten. Я говорю, ошибаетесь. Ich sage, Sie irren sich. В Новом тоже есть? Im Neuen gibt es auch. Но что мы там обрезаем? Was beschneiden wir dort? Сердце. Das Herz. И когда в послании к римлянам написано, und in Römer steht, какая польза от обрезания? Was für Nutzen hat denn die Beschneidung? Им вверено Божье Слово. Dem ist das Wort Gottes anvertraut. Поэтому, если вы дали обрезать свое сердце, вы будете Слово Божье нести чисто. Wenn ihr das Herz beschneiden gelassen habt, dann werdet ihr das Wort Gottes tragen. А если не дали обрезать сердце, то и мужчина в церкви да молчит. Wenn aber das nicht gemacht wurde, dann soll auch der Mann in der Gemeinde schweigen. Потому что не вопрос плоти, а вопрос духа. Es ist nicht eine Frage des Fleisches, sondern des Geistes. А если дух обрезанный Бог уверил, aber wenn der Geist beschnitten ist und Gott anvertraut hat, dann ist es nicht mehr eure, sondern meine Verantwortung. Не надо это донести, и кто готов принимать, будет есть. Ich muss es tragen, und wer bereit ist, der wird es essen. Насильно ничего не дашь. Mit Gewalt kannst du nichts tun. Если человек не хочет принимать, пожалуйста, иди, ищи других. Wenn der Mensch es источники, nicht annehmen möchte, dann such dir andere Tische. Главное, успей. Hauptsache, вырасти du в Боге. In Gott потому zu wachsen. Что время, оно уже такое, что надо быть зрелым. Denn die Zeit ist so, dass man jetzt schon reif sein muss. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы были в числе тех, кто не только знает об опасности заблуждения, обольщения, но защищен от него.
Ich möchte, dass wir nicht nur die von der Gefahr wissen, sondern auch davon beschützt sind. Еще один признак, 9 стих. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде. Ein weiteres Kennzeichen ist, wenn ihr von den Kriegen und Unruhen hört, werdet, so erschrecket nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald. Как давно мы с вами, как современники, слышим о военных слухах и событиях по странам? Inwieweit hören wir, die wir jetzt erleben, über diese Kriegsereignisse länderweit? Я думаю, что нам уже трудно будет перечислить конфликты за период с 21 века. Es wird schwierig sein, im 21. Jahrhundert all die Konflikte aufzuzählen. А если еще 90-е прихватим, так совсем. Wenn man die 90er noch dazu nimmt, das wird dann unmöglich sein. И вот тогда, когда мы читаем вот эти вещи, und wenn wir all diese Dinge lesen, вы услышите о войнах и смятениях. Ihr werdet über Unruhen und Kriege hören. Например, я знаю, когда была Абхазия и Грузия, там военный конфликт, сколько людей переехало, смятение, да, переехали прямо целыми церквями. Auf Abkhazie, Grusia, wie sagt man das auf Deutsch? Georgien, als dort die Konflikte waren. Потому что это было еще в 90-е годы, они уезжали. Das war in den 90ern und Menschen haben die Länder verlassen. И это было по откровениям и по-разному, но в любом случае мы видим, что это тогда уже началось, более 30 лет назад. Vor über 20 Jahren hat es begonnen und die Menschen haben Offenbarungen bekommen. Что такое 30 лет на территорию нашей жизни наложить? Was ist denn 30 Jahre in Bezug auf Leben? Es ist schon eine ordentliche Zeit. И поэтому Иисус здесь говорит, когда вы это услышите, это только еще начало болезни. Und Jesus sagt, wenn ihr das hört, das ist erst der Anfang der Leiden oder der Krankheit. А вот сегодня мы уже живем подальше. Wir leben aber schon ein bisschen weiter. Тогда сказал им следующая стадия. Восстанет народ на народ и царство на царство. Die nächste Etappe heißt es, dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. То есть здесь масштабность увеличивается. Hier vergrößert sich der Maßstab. Будут большие землетрясения по местам, глады, моры, ужасные явления и великие знамения с неба. Es werden große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecknisse, große Zeichen im Himmel geschehen. Прежде всего того возложат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоги, в темнице, поведут пред царей и правителей за имя мое. Vor all diesen aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnissen übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Я могу этот сделать анализ по своей стране или по нашей общей прошлом, да? Ich kann das diese Analyse über unser Land machen. Прежде же всего будут вас гнать. Vor allem aber werden sie verfolgen. Период репрессий был прежде всего. Diese Periode, он был до Второй мировой войны. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Он был после Второй мировой войны. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg. Потом какое-то затишье небольшое, и начались конфликты. Dann eine kleine Zeit Ruhe, und dann fingen wieder Konflikte an. То есть мы видим, что это как родовые схватки. Das sind wie Geburtswehen. И они сейчас только усиливаются по частоте. Und sie vermehren sich nur in der Häufigkeit. Будет же это вам для свидетельства. Das wird euch zum Zeugnis sein. Я недавно услышала информацию про Берию. Берия – это фамилия человека, который был в Сталине, правой рукой Сталина. Also, ich habe eine Information über die rechte Hand Stalins gehört. Берия hieß er. Когда одна, может быть, вы тоже слышали, когда одна женщина была свидетелем для него о Христе. Eine Frau war eine Zeugin für ihn über Jesus. Ее убивали и даже уже за обкрутили проволокой и мертвую выбросили в лес. Sie wurde getötet, sie wurde dann mit so einem Draht umwickelt und wurde in den Wald geschmissen zum Sterben. И один человек из церкви получает ночью повеление от Бога поехать на такой-то километр, и там что-то, кто-то нуждается в помощи. Und ein Mensch aus der Gemeinde bekommt diesen Eindruck, nachts zu fahren, weil dort im Wald ein Mensch Hilfe braucht. И он находит ее в этом состоянии, расковывает эту проволоку, она уже мертвая. Und er findet sie, er befreit sie, sie ist zwar aber schon tot. И она воскресла. Und sie steht auf. И она пришла к Бери. Und sie kam dann zu diesem Бери. А он знает, что она убита. Und er weiß, sie ist tot. У него все документы, что она убита. Er hat alle Dokumente, dass sie tot ist. И она смогла ему рассказать о Христе. Und sie konnte ihm von Jesus zeugen. И он покаялся. Und er tat Buße. Проверить это не могу. Ich kann das leider nicht prüfen. Вот как слышала, так передаю. So wie ich gehört habe. Но почему я доверяю подобным вещам? Wieso vertraue ich solchen Dingen? Потому что мы считаем для их свидетельства. Weil wir hier lesen für ihre Zeugnis. Вы будете там говорить. Ihr werdet das dort sprechen. А значит, кому-то надо это услышать.
Das heißt, jemand soll das aber hören. И дай Господь, чтобы действительно многие еще мучители, но могли перейти в новое качество. Und gebe Gott, dass viele vielleicht so auch Mörderer auch in diese Eigenschaft hineingehen können. Не просто так первый покаялся разбойник. Nicht umsonst war der erste Räuber, der zu Jesus kam. Таким образом Иисус показал, что каждый может получить спасение. So zeigte Jesus, dass jeder errettet werden kann. И потому сказал: Я дам вам уста и премудрость, которые не смогут противоречить, не противостоять, не противостоять все противящиеся вам. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit reden geben, die alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. Ihr werdet aber auch von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten. С одной стороны мудрость, кается еще кто-то, и кого-то убивают в это же время. Einerseits doch noch diese Weisheit, aber es werden auch viele getötet gleichzeitig. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Меня удивляет следующая фраза. Aber mich wundert diese nächste Aussage. Но и волос с головы вашей не пропадет. Aber kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Не будет, но волос с головы. Das Haupt wird zwar ab sein, aber die Haare bleiben dran. Можно спать спокойно. Hauptsache die Frisur sitzt. О чем речь, друзья? Worum geht es? Таким образом, Господь говорит, без моей-то воли в твоей жизни ничего не произойдет. Hier geht es darum, dass ohne meinen Willen es wird nichts in deinem Leben passieren. Я с тобой пойду до конца. Ich gehe mit dir bis zum Ende. Я дам тебе силы. Ich gebe dir die Kraft. Ты пройдешь. Du wirst das durchgehen. Я тебя не потеряю из вида. Ich werde dich nicht aus dem Augen verlieren. Если тебе надо пройти таким образом, und wenn du das auf diese Weise gehen тебе musst, и помогу до конца. Dann werde ich auch bis zum Ende helfen. Тебе не надо сейчас об этом печалиться и жить в страхах. Du musst nicht traurig sein und in Ängsten leben. Доверяй мне свою жизнь до самого конца. Vertraue dir mein Leben bis zum Schluss. Я не только Альфа, я Омега. Ich bin nicht nur Alpha, ich bin auch Omega. Если кто-то из вас слышал свидетельство Кен Питерсона, kennt jemand, я видел великую скорбь. Кто смотрел его? Kennt jemand das Zeugnis von Ken Peterson? Рекомендую посмотреть. Ich sah die große Trübsal, heißt das. Ich empfehle es. Это человек, у которого интересная была стартовая площадка по отношению со Христом. Кен Питерсон, я видел великую скорбь. Кен Питерсон, ich sah die große Trübsal. Это видео в Ютубе вы найдете. Es gibt ein YouTube-Video. Есть более короткая версия, есть более длинная. В школе пророков говорит там более длинную версию. Ja, in der Schule des Propheten gibt es diese volle Version. Ой, кстати, я перебрала время. Мы выбираем не обижаться. Так, ладно. Он свою историю описывает, как он встретился со Христом с детства. Er beschreibt, wie er Jesus in seiner Kindheit trifft. И это было очень необычное видение. Es war ein recht ungewöhnliches Gesicht oder eine Vision. Он постоянно видел перед своими глазами Голгофу. Er sah immer Golgatha vor seinen Augen. Со всеми живыми людьми, которые там присутствовали, со всеми событиями, которые произошли со Христом. Mit all den lebendigen Menschen, all den Ereignissen, die um Christus passieren. Ребенок начальной школы и видит постоянно вот эти картины. Ein Kind in der Grundschule aber sieht immer diese Bilder. Его родители хотели сдать психиатрию. Die Eltern wollten ihn in die Psychiatrie geben. Он не мог играть с детьми, потому что он постоянно видел эти картины. Er war nicht mal in der Lage mit Kindern zu spielen, weil er immer diese Bilder sah. И в результате он сказал: Господь, забери от меня это. Und dann sagte Jesus: Nimm mir das weg. Потому что я не могу жить как все. Ich kann nicht wie alle leben. Видите, как легко подо всех прогнуться. Seht ihr, wie man sich an alle anpassen kann? Но это ребенок, понятно. Es ist ein Kind, es ist verständlich. Говорит, когда у меня ушли эти видения, первое, что я сделал, я опустился во все тяжкие. Und als diese Gesichter weggingen, dann habe ich mich all den Süchten hingegeben. Поэтому прошел все, и наркотики в том числе. Ich habe deswegen alles durch, Drogen und alles. И что его это остановило? Und was hielt ihn dann auf? Он увидел великую скорбь. Er hat dann diese große Trübsal gesehen. Первое, что он увидел, как взгляд со стороны, что открылись все гробы, все кладбища мира он увидел. Er hat dann alle Friedhöfe der Welt gesehen, wie diese Gräber sich geöffnet haben. И когда открывались гробы, но не все,
als sich Gräber öffneten, aber nicht alle. Ему это было удивительно, почему какие-то гробы открылись и люди стали подниматься, какие-то нет. Und das war für ihn sehr verwunderlich, weil einige haben sich geöffnet und einige nicht. И потом после этого события начинается что-то развиваться на земле, он видит уже, что зачем идет на земле. Und dann fingen die Ereignisse auf der Erde sich zu entwickeln und dann hat er verstanden, was wozu ist. На том этапе он говорит, что я не видел, чтобы живые тоже поднимались, но мертвых видел. Da habe ich nicht gesehen, dass Lebendige hochkamen oder hochgekommen sind, sondern die Toten. В другом свидетельстве я услышал о том, что он сказал, что и живые тоже поднимались. In einem anderen Zeugnis habe ich gehört, dass auch Lebendige entrückt wurden, wieso wie die Toten. То, что говорит апостол Павел, сначала мертвые, а потом мы, оставшиеся в живых. Wie Paulus sagt, erst die Toten und dann wir, die zurückgeblieben sind oder lebendig sind. И вот события, которые происходят уже после того, как церковь вознесена. Und die Ereignisse geschehen, nachdem die Gemeinde schon entrückt wurde. Он начинает видеть особенные машины, которые ездят, особенные одежды военных. Und dann sieht er diese besonderen Fahrzeuge, Kriegskleidungen. И на том этапе еще не было тех представителей, которые сегодня уже есть. Не буду называть блоки там и прочее, но люди военные. Da gab's noch nicht diese Vertreter, die es heute gibt. Машины, которые сейчас уже есть в современности, тогда их еще не было в его бытность. Damals, als lebte, gab's diese Fahrzeuge noch gar nicht. Как они ездят на улице, кого-то вылавливают, какие страхи у людей, как люди разбегаются. Wie sie bestimmte Menschen rauspicken, einfangen, wie die Menschen vor Angst auseinanderlaufen. И один пожилой человек встретил его на улице и стал ему говорить о Христе. Und ein älterer Mann traf ihn auf der Straße und sprach über Jesus mit ihm. И говорит, я о нем знал, но я не служил ему, пока были все люди еще на земле. Und er sagt, ich kannte ihn, aber ich habe ihm nicht gedient, als die Menschen noch auf der Erde waren. Но когда я понял, что я остался. Und als ich verstanden habe, dass ich da geblieben bin, zurückgeblieben bin, dann möchte ich ihm dienen, aber es wird mir teurer kosten. Und er erzählt ihm, was es weitergeben wird. Потому что сейчас, говорит, уже вылавливают людей, чтобы отрекались от Христа, но ты не делай этого, прими Христа. Jetzt werden schon Menschen abgefangen, um sich von Jesus abzusagen, aber du tu es nicht. Nehme Jesus an. Последний фрагмент, который я из этого свидетельства скажу, касается уже уничтожения людей. Und die letzte Aussage, die dann kommt, ist, die betrifft die Vernichtung der Menschen. Его привезли и поставили в очередь. Er wurde in eine Schlange hingestellt. Причем, говорит, интересно, что во всех домах я видел одинаковые экраны. Это не были телевизоры. Und in allen Häusern habe ich gleiche Bildschirme gesehen, aber das waren keine Fernseher. Сейчас мы понимаем, что это, но тогда для него тоже это была новость. Это были 70-е годы, когда мы видели. Das waren die 70er und wir heute verstehen das, aber damals hat er das nicht verstanden. Computer. Gadget. Das waren Computer und diese ganzen Medien hier. И поэтому в каждой комнате, где он видел что-то вот горящий голубой экран. Und er sah in jedem Zimmer diese blauen Bildschirme flackern. И там был один и тот же человек изображен. Und da war immer die gleiche Person abgebildet. И он так говорил, что людей завораживало. Und er hat das so gesagt, wie als ob eine Hypnose wirkte. Он говорит, когда я увижу, я его сразу узнаю. Und er sagt, wenn ich ihn sehe, ich werde ihn sofort erkennen. Это то, что человек видел, но пока еще не читал на тот момент. Das war das, was der Mensch sah, aber bisher noch nicht gelesen hat. Потому что с детства он от Христа ушел, и вся его жизнь была совсем на других полях. Denn von Kindheit ging er von Jesus und sein Leben war ja woanders. И в результате, когда он стоял в очередь на уничтожение, und als er in dieser Schlange zur Vernichtung stand, он стоял и понимал, что да, он стоял, вот этот старичок стоял, и стояла его жена. Er stand, seine Frau und dieser alte Mann standen in dieser Reihe. И там был вопрос, либо ты отрекаешься, тебя отпускают, либо тебя убивают. Und da ging es darum, entweder du sagst dich von Jesus ab, dann kannst du gehen, oder du wirst getötet. Я, говорит, стою и говорю, Иисус, мне, я не хочу отречься, но у меня нет силы, я не знаю, как я это пройду. Und er sagt, Jesus, ich möchte mich nicht von dir abwenden, aber ich habe keine Kraft und ich weiß nicht, wie soll ich das durchstehen? Говорит, кто-то мне положил руку на плечо. Und jemand legte mir die Hand auf die Schulter. Я поворачиваюсь, стоит Иисус. Ich drehe mich um und da stand Jesus. Говорит, не бойся, я пройду с тобой. Und er sagt, keine Angst, ich werde mit dir gehen. У меня, говорит, сразу ушел вот этот страх и какой-то трепет. Und sofort ging die Angst und das Zittern. И впереди меня шла жена. Vor mir ging meine Frau. Я видел, как на моих глазах ее убили. Ich habe gesehen, wie sie getötet wurde vor meinen Augen. Теперь мой черед, и я захожу. Dann war mein, ich mich an der Reihe. Da stand der Henker. И я, говорит, говорю ему. Und ich sage ihm. У тебя еще есть шанс покаяться. Du hast noch eine Chance, Buß zu tun. Я не отрекусь, но у тебя есть шанс покаяться.
Ich werde mich nicht absenden, aber du hast die Chance, Buße zu tun. Er говорит, Moment, когда это лезвие опускается на мою шею. Und in diesem Moment, als diese Messer zu meinem Hals kommt, стою вне тела. War ich schon nicht mehr im Körper. Мне был страшный момент туда прийти, а тут я уже стою вне, и я смотрю. Ich hatte zwar Angst, dorthin zu gehen, aber dort war ich schon aus dem Körper und schaue zu. Как моя голова отлетает. Und nachdem mein Kopf wegfliegt, палач скидывает свой плащ и начинает каяться. Fängt der Henker Buße zu tun. И вот эти события последних дней, друзья, они очень неприятные для визуализации. Und diese Ereignisse der letzten Zeit sind für das Auge nicht unbedingt angenehm. Но это все равно еще путь к спасению. Es ist aber immer noch der Weg zur Errettung. Иисус предупредил: не бойтесь тех, кто убивает тело. Und Jesus sagte: Habt keine Angst vor denen, die Körper töten, sondern vor dem, die die Seele in die Hölle schmeißen können. Körper und Seele. И поэтому мы сегодня в числе тех людей. Wir sind von denen, у которых еще есть шанс избежать вот этих последних событий. Die diese Ereignisse noch umgehen können. Но тогда, когда мы серьезно относимся к христианству сейчас. Aber erst wenn wir heute zum Christentum ernsthaft sind. Когда мы не тратим время, а так много есть отвлекающих моментов, чтобы мы их его тратили. Wenn wir keine Zeit vergeuden, weil es sind sehr viele ablenkende Faktoren. Когда мы можем молиться и говорить: Господь, помоги мне сейчас не терять это время, зажигая огонь внутри меня. Wenn wir sagen und beten, sagen Jesus, entzünde dieses Feuer in uns. Разумные из народа вразумят многих. Die Verständigen aus dem Volk werden viele zum Verstand bringen. Вразуми меня, чтобы я мог вразумлять других. Gib mir Verstand, damit ich andere zum Verständnis bringen kann. Потому что в 13 году, когда эту школу по книге Откровения делала, im 13. Jahr, also 2013, habe ich das die Lehre über Offenbarung gemacht. Я четко получила от Бога задание: эту книгу надо разобрать на уровне библейской школы. Habe ich diese Aufgabe bekommen, dieses Buch sollte ich auf dem Niveau der Bibelschule angehen. Уже этот сигнал для меня был очень серьезный. Значит, Господь говорит, мы живем в тот сезон, когда эта книга уже работает. Dieses Signal war so ernsthaft für mich, weil ich habe verstanden, dass wir in diese Etappe hineingehen werden. Какие-то отдельные моменты я тогда уже видела, но как я уже сейчас это вижу? Diese Momente habe ich schon damals in Ansatz gesehen, aber so wie ich das heute sehe, когда все уже пазлы срастаются, wo diese ganzen Puzzlestücke sich langsam zusammensetzen, и остались отдельные фрагменты, und es sind noch einzelne Fragmente, die noch übrig когда sind, когда проявление будет уже яркое и люди окажутся в ловушке, wenn schon diese Manifestation so fest wird und die Menschen in der Falle sitzen werden. И поэтому я хочу, друзья, чтобы мы с вами имели трезвый разум, und ich möchte, dass wir einen klaren Verstand haben, способность сказать дьяволу стоп. Die Fähigkeit haben, dem Teufel Stopp zu sagen. Мою жизнь ты не имеешь. Du hast mein Leben nicht. Потому что я страх не пропускаю в свое сердце. Denn ich lasse die Angst nicht in я укрепляю веру, я ее питаю. Ich stärke mein Glauben, я und ее тренирую. Ich trainiere es. Я выхожу в позицию слышания Божьего голоса. Ich gehe in die Position, Gottes Stimme zu hören. И если надо уделить этому больше времени, я буду это делать. Und wenn ich mehr dafür Zeit brauchen werde, dann werde ich es tun. Я сейчас не хочу вестись на общее состояние теплости. Ich möchte jetzt nicht diesen gemeinsamen Strom der Lauheit mich anschließen. Потому что мне необходимо самому гореть. Denn ich muss selber für mich brennen. Независимо от того, будут ли гореть рядом со мной, я буду гореть. Unabhängig, ob die neben mir sind, brennen, ich werde я выбираю brennen. Эту позицию. Ich wähle diese Position. А ты мне дай силу и дай твоего огня. Du gib mir aber Kraft und dein Feuer. Господь просящим дает. Der Herr gibt immer denen, die bitten. Если ты один из тех, то вставай в этот строй. Wenn du einer von denen bist, dann komm hinzu. И скажи Богу: Господь, я не хочу тлеть, я хочу гореть. Und sage Gott: ich möchte nicht lauwarm sein, ich möchte brennen. И ты мне поможешь. Und du wirst mir helfen. Давайте поднимемся. Lasst uns aufstehen. Небесный Отец, Himmlischer Vater, я благодарю тебя, ich danke dir, что мы сейчас перед тобой, dass wir jetzt vor dir чтобы sind, отказаться от беспечности, dass wir von der Leichtsinnigkeit не быть пойманными в ловушке, nicht in der Falle sind, любого обольщения. Jeder Verführung. Дай нам бдительность. Gib uns diese Klarheit. Благослови твоим огнем. Segne uns mit deinem Feuer. Чтобы никакая муха не могла сесть на эту печку. Damit keine Fliege auf diesen Herd потому что она горячая, а не теплая. Weil das heiß und nicht lau ist. И я благодарю тебя. Und ich danke dir. Мы принимаем от тебя wir empfangen jetzt ту возможность, diese Möglichkeit, которая делает нас die uns dazu macht, неуязвимыми nicht verwundbar для дьявольских планов. Für teuflische Pläne. Веди нас на свои высоты. Führe uns in deine расширяй Höhe. Под нами шаг. Weite unsere Schritte. Научи нас жить верными в завете. Lehre uns treu im Bund zu leben. Возбуждай большую жажду по слову твоему и по отношениям с тобой. Gib uns einen größeren Durst nach dir und deiner Beziehung mit dir. Я благодарю тебя, Господь. Und ich danke dir, Herr.
что жизнь с тобою и жизнь в тебе. Dass das Leben in dir und mit dir. Это триумфальное шествие. Das ist dieses triumphale Siegeszug. Божьего Евангелия. Gottes Evangelium. Царственного Евангелия. Königliches Evangelium. По планете Земля. Auf der Erde. По тем странам, где мы живем. In den Ländern, wo wir leben. Принимаю от тебя. Ich empfange jetzt von твое dir. Послание. Deine Botschaft. В мое сердце. In mein Herz. Записывай туда. Schreibe es hinein. Свои намерения. Deine Absichten. Лично обо мне. Über mich. О народе, где я живу. Über das Volk, in dem не только городе, но и о стране. Nicht nur die Stadt, sondern das чтобы Land. Нам ходатайствовать перед тобой. Dass wir Fürbitte tun können в твоем огне. In deinem и Feuer. Получать ответы. Und Antworten bekommen. И видеть плод. Und die Frucht и приготовить путь Господу. Und den Weg den Herrn vorbereiten. Быть глазом, вопиющим в пустыне. Diese rufende Stimme in der Wüste. Чтобы все жаждущие достигли воды. Dass die Dürstenden alle zum Wasser kommen. Я благодарю тебя, что ты поможешь. Ich danke dir, dass du helfen. Пройти с тобой до конца. Bis zum Ende mit dir zu gehen. Потому что эта сила не в нас, а у тебя. Diese Kraft ist in dir und nicht in uns. Но мы ее берем для себя. Aber wir nehmen sie. А ты позволь это распечатать. Und du erlaubst uns и переходить от силы в силу. Von Kraft zu Kraft от веры в веру. Von Glaube zu Glaube. И являться пред Богом на Сионе. Und vor Gott in Zion zu sein. Поставь свою печать. Setze dein Siegel. На эту молитву, на полный результат. Auf dieses Gebet zum vollen Ergebnis. Тебе доверяем нашу будущность. Wir vertrauen dir unser до последнего мгновения. Bis zum letzten Augenblick. И уповаем не на себя, а на тебя, Господь. Vertrauen auf dich und nicht auf uns selbst. И ты поможешь. Und du wirst helfen. Во имя Иисуса Христа. In Jesu Namen. Аминь. Аминь.